Вопрос, куда бы ты хотел съесть отдохнуть в мире, отдельно в России? А в мире... В Японии прикольно как будто. А, сейчас... Сейчас поменять концовку. Прикольно, как будто не локация, а то, что ты будешь делать на этой локации. Вот это, мне кажется. Не, локация, брат, ну, в местах такие, где... Ну, это же другой мир вообще. Вот, допустим, я побыл в Европе, ну, мне там делать нехуй. Ну, я к тому, что, смотри, вот... Она слишком похожа, понял? Типа, вот, допустим, любой европейский город похож на Санкт-Петербург. Вообще, он, вот на центр. Он очень похож. Он, да, да, да. Почти. Я к тому, что важно, что ты будешь делать на этой локации. Грубо говоря, ты приедешь на то же Бали там, да, и посмотришь этот вид красивый. И на второй раз уже у тебя не будет такой эмоции от этого вида. Вот важно, что ты будешь делать в этой локации. Вот. Ну, например, я бы хотел Эльдорадо в Колумбии же, да, она, по-моему, находится. Вот именно там есть экспедиции на поиск города. Вот это мне бы запомнилось. Да, там ходишь, там, типа, какие-то экспедиции. Ну, такое, это туристическая история. Вот, мне, да, я больше урбанист, мне нравятся современные города. Мне очень интересно Шанхай посмотреть. Шанхай, Сингапур, Нью-Йорк. В Европе реально делать нехер. В Европе вообще не делать. Я не знаю, мне настолько вот, ну, типа, хз. В Европе не делать. Сервис так, просто хуйни. Ну, это да. А ты в каких странах? Там во всех был? Не-не, ну, Голландия, Италия, Франция и... Ну, кстати, Амстердам, заебись, понравился. Он прикольный, но недолго. Не знаю, брат. А в Испании не был? Я нет, нет. Я недавно узнал, что там есть какая-то Испания, Каталония, блядь, еще. Ну, у них, да, там делятся баски. Вот, Азия, короче, Азия, да, хотелось. Мне больше интересно Восток посмотреть. Это какие-то сверхлюди вообще, вах. Ну, там просто большое отличие культуры, и за счет этого тебе интересно, потому что там видишь то, что ты вот у себя вообще не представлял даже. Это Япония прикольно. Интересно. Япония опять же, я считаю, что нельзя смотреть по картинкам, условно, в Гугле, знаешь. Потому что, ну... Чему нельзя? Ну, там только красивые фотки, брат, самые красивые места. Не совсем корректно выбирать по вот, вот Сеул. Факт. Вот Сеул, допустим. Челябинск даже пиздец красивый. Ну, давай напишем Челябинск. По фотку. Ну, нет. Вот я, кстати, расскажу. Мне очень понравились фотки от Новосибирска, брат. Вот я раньше, когда еще работал в банке, сейчас... Ты показываешь? Они такие яркие, типа все светится, но если Санкт-Петербург водить... Там разъеб. Бля, ну тут очень красивая архитектура, пи***ц. Короче, я раньше, вот когда еще не занимался стримингом, мне очень хотелось почему-то дом на Аляске. Я смотрел Аляску, я смотрел. Ой, брат, это там пи***ц. Я недавно посмотрел, да, выпуск, блядь, там пиздец, да. И я думал, ебать, Аляска, природа, такой дом там на отшибе стоит, ты смотришь, красота, там все зелень, не знаю, там всякие горы. И я посмотрел, да, тоже выпуск про Аляску, я думаю, ебать, фу. И просто вот по щелчку пальцев перехотел. А чего там плохого? Ну там какой-то, ну вообще все, в Казань, принципе, плохо. Казань хорошая тоже. Там все плохо. Что это за дракон, интересно? А ты, Слава, в Америке был? Не, брат. Слушай, я посмотрел недавно фотки Америки всей вообще. Вот здесь мой вайб. Вообще, понял? Типа, я люблю небоскребы, понял? Мне нравятся небоскребы, мне нравится, когда... Я люблю суету. Говорят, запах плохой там. Не, там грязно, пиздец, брат. Да-да-да, это правда. Мне кажется, это не понравилось. Возможно. Понял, но вся остальная Америка, она... Там же Человек-паук живет. Вот здесь еще прикольно. Талахаси. Вот есть, знаешь, есть какие-то моменты. А, ну не, ну ты, даже. Видишь, они все маленькие города. Типа. Ну вообще там небоскребы очень... только в даунтаунах. Ну, добрый вечер, мужчина. Не, брат, небоскребы толком только в Нью-Йорке и в Лос-Анджелесе, все. Просто вот про Америку очень много таких, знаешь, картинок с фильмов, да, которые ты хотел бы в реальности увидеть. Типа проезд, вот, знаешь, на каком-нибудь мустанге, да, по вот этой пустынной дороге, которая там идет. Но по факту вживую это не так, как в кино ты смотришь. Бля, мне нравится условно Алматы, да? Вот Вегас, да. Вегас. Бля, брат, глянь, как красиво горы смотрятся на фоне. Бля, красота вообще. Вегас такой. Он там после 3-4 дня ты там провел. Ну там да, это разовое, это разовая история. И дальше там ты уже начинаешь с ума сходить. Вот это Гуанчжоу. Это вот... Гуанчжоу это охуенно. Вот я там жил месяц. Это охуенно. Гуанчжоу это раз... Вот это город, в котором я бы хотел пожить. Гуанчжоу, это вообще... Вот это, брат. Очень красиво. Я, короче, мне нравятся небоскребы.
А Токио, Токио, пацаны. Ну, со Сингапура, бля, пи***, блядь. Гуанчжоу, это охуенно. Мне, конечно, интересно до Сингапура, да, долететь. Ой, блин, да, что я открыл. Пародей же был в Сингапуре, он даже, по-моему, стримил оттуда. Вот прикольный. Дубай заебал жестко. Не знаю, как объяснить. Ну, типа, он слишком одинаковый, понял? То есть, типа. А тебе не кажется, что каждый город так? Да нет, Дубай просто фул искусственный, абсолютно искусственный город, безжизненный. Там люди в этих небоскребах не живут, там свет не горит. Просто искусственный город, который построен. То есть, типа, разоблачение. Как раз слава завтра в Дубай летит. Че еще прикольно? Сейчас, подождите. А ты когда летишь, брат? Я 20... После Сербии. 28-го, по-моему. А, бля, не встретимся, сука. Лёг ты в Дубай? Слушай, там хорошо отдохнуть, там хорошее солнце, но он за... Значит, я там слишком много времени провел, мне не нравится уже. Не, я с семьей просто поеду, и не более. Чисто гостиничный отдых вот этот, знаешь. Гонконг, посмотри, бля. Вам нравится вот такой вайб? Типа, как дом на доме, вот так. Первую игру-то или нет? Не, а я фрислот был, брат. Мне нравится, честно говорю. Я из тех людей, которые не видят красоты в природе. Токио, слайд. Типа, это грустно, я всегда мечтал об этом, типа, чтобы наслаждаться природой. А ты был в таких местах, где, ну, реально можно видеть что-то крутое в плане природы? Ну, а какие-то места, чтобы я поймал? Да был, я думаю, да. Какие-нибудь там горы красивые, да, там какой-то ледник. Да был. Я просто смотрю, знаешь, у меня никаких эмоций не вызывает, брат. Типа... Мы с Эвереста с вершины смотрел, но куда красивее, и все равно, ну, не то. У тебя то же самое, да? Угу. Я такой думаю, ну, природа и природа, знаешь, вот, типа, для меня это не важно. А вот когда я вижу что-то футуристичное, типа, небоскребы огромные, знаешь, там, дорогие машины, все, я такой думаю, блядь, типа, круто. Знаешь, вот, типа, вот такая у меня история. Дагестан чекни. А, кстати, вот в Дагестане я не был, кстати. Вот, Слав, и, кстати, без шуток, тебе, я думаю, что в Гуанчжоу нужно. И вот поедешь в Гуанчжоу, я тоже поеду. Будешь вот Гуанчжоу... там делать. Что? Кроссовки будете делать. Знаете... Но это тоже не без этого, Алексей. Очень красивая природа, очень красивые горы. На картинке я вот сейчас смотрю. Но я просто понимаю, что мне достаточно на картинке это посмотреть и все. Типа я не из тех людей, которые вот так сядет на край горы и будет сидеть 5 часов и смотреть, любоваться природой. Рабочий стол можешь поставить. Ну вот и все, да, знаешь, как будто мне достаточно. Типа я вот не смогу сесть и там, знаешь, и вот 10 часов смотреть на закат. Типа, ну, я и не смогу, потому что закат 10 часов не бывает. Он гораздо быстрее. Вот. Там очень красиво, просто нереально красиво. В Дагестане. Байкал. Ну вот мы, например, поехали тогда на рыбалку на Ладожское озеро. Вроде тоже красиво, но мы что-то подохуели и побыстрее хотели уехать с него. Это очень страшно. На что поехали, Диман? Ну мы на Ладожское озеро тогда поехали на рыбалку. А там ветер поднялся, оно синее, темное такое. И там волны, это так страшно, Слава, оно такое страшное. Бля, я бы, наверное, еще раз бы попробовал сейчас проанализировать бы, знаешь, как-то свою жизнь. И, возможно, бы еще раз попробовать какое-то путешествие отправить именно в красивое место. Допустим, на Байкал, да, на машине поехать. Брат, Азия. Я тебе серьезно говорю, Азия тебе очень зайдет. Шанхай тот же. У нас так посмотреть. Получается, то есть в России чем прикольно? Россия очень широкая. Не, Мумбаи точно не славена тема. И ты захватываешь, получается, разные климата. Сказал, климаты. То есть разные климаты, разные условия. Ты охуел? Климаты. Может, климаты? То есть, условно, есть вот Сахалин или Камчатка. Пи***ц, там что за природа, пацаны? Вообще. На Чукотку ебешь. Камчатка, да, имба. Но опять-таки, не забывай, это на фотках. Вживую это еще не, по-другому. Не, ну а что, брат, вживую по-другому? Сахалин, вживую по-другому? Остров по-другому выглядит? Нет. Вживую ты эмоции получишь от деятельности, которую ты будешь там делать, а не от того, что да, факт. Вот, потому что я... Ну вот да, я вот делать. Тоже. Я недавно смотрел выпуск, ну как, давно, в принципе, уже. Может, пару месяцев назад. И про Якутск. Или, блядь, про Якутию. Якутия. Типа, да, ебать там холодно. Красиво. Я не знаю, кто-то есть в Якутии у меня в чате? Вы как там, блядь? Алтай красиво, сейчас да, Алтай охуенно. Кстати, климат не склоняется. Минус 52. Да я похуй. А кто он такой, что не склоняется? Может быть, мы с ним раз на раз выйдем? Ну сейчас, бля, все с Якутии будут. Что вы все пишете? Я знаю, что ты, сука. Куда ты пишешь, Тём? Я знаю, что ты не с Якутии. Бля, в Якутии пи***ц. Вот, ну, я очень бы хотел посмотреть вот такие вот эту... Ну, ой, природу. И я и не таких склонял. Ну я понимаю, насколько там холодно. Я понимаю, что я там точно не кайфану. Я там разной сразу. Брат, Гуанчжоу, поехали. Смотри, как там люди одеваются. А я, блядь, в кроссовках зимой, как долб хожу.
Там вон люди, бля, у него это, я не знаю, что это такое, но это настолько теплое, бля. Не началось. Ереван, Ереван тоже интересно на самом деле посмотреть. Там очень классная природа, если не ошибаюсь. Бля, много, много есть красивых мест, но я каждый раз, когда планирую куда-то поехать почаствовать, я по итогу, блядь, становлюсь на Дубае, блядь. Как бы это грустно не звучало. Ну, типа, знаешь, я такой, ну, я там все знаю уже, знаешь, там, типа, на солнце полежать и все, блядь. Я, наверное, очень путешественник. Слав, МБ тебе настолько нравится футуристичность, то МБ в Норвегии. А, подожди, в Норвегии там вроде не очень. В Норвегии это вообще имба. Почему? Там... Ну, тебе, не, ну если тебе природа не нравится, тебе может не понравиться. Нет, там же вообще наоборот футуристичности нет. Это максимально обычная Европа, нет? Да. Просто да, с очень красивой природой. Да, она там... Типа Швейцария, вся Скандинавия. Не, Швейцария скукотища и интересно. Там другой вайб. Посмотри, Исландия, нет, природа там ебаная. Ладно, поехали.